На Октябрьском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. ДТП произошло рядом с торговым центром «Выходной». Водитель автомобиля каршеринга марки «Kia» выехал на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. После чего машина столкнулась с автомобилем такси, припаркованным около автобусной остановки. В результате аварии пострадали три человека, среди них 14-летняя школьница. Пострадавших доставили в больницу. После госпитализации двое пешеходов скончались. Несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.